Look at us. Pulse Lissi, using a sanctum fallacy to tell where we're going. Sort of strange. Not really. We've relied on them our whole lives. The food we eat, the light, and water, it's all from the fallacy. You know, I think Cocoon was really built for them. The rest of us, we're just leeches, parasites. You think? They protect us, nurture us, and take care of, well, normal people. They treat us like we're special. Almost like... like we're pets. О боже. I've been so blind. О боже, Ладни, ты такая тупая. I was born into a fallacy world. Raised on a fallacy leash. It was the only life I knew how to live. When it was taken from me, I was completely lost. Можно побольше такого идиотизма, пожалуйста? Мне его не хватает. Without a master to follow. В нормальных играх. My life. Тебе нужен черный властелин. This Lissi curse, it took everything from me. My future, my dreams. I didn't want to think, so I fought instead. As long as I was fighting, nothing else was real. I was running away. And you, Hope. You got swept along with me. But Lightning, I don't understand. Operation Nora is over. What? I... No! You told me to fight! I made a mistake! But... Oh, боже, Санта Барбара. You can't just... build something up like that, then abandon me. I won't abandon you. I won't. Мистер Гейский шарфик. Короче говоря, I can't just throw in the towel. Но они увидели вот эту фалси и сказали то, что... Коп говорит то, что мы как домашние животные для этих фалси, и тут до Лайтнинг доходит. О, точно! Мы для них домашние животные! И это все! Я была так слепа! Мы когда стали Лиси, я потеряла все! И теперь операция Нора закончена! О, господи! Но она еще сказала, я тебя не покину! Снова, блин, я хочу все время снова сказать. Хоп! Господи, какой идиотизм, а! А, она еще говорит, без хозяина, вот что-то типа того, без хозяина у меня нет цели в жизни. Она себя рабом обозвала. О, господи, а. Я более тупых диалогов клишовых не слышал, пошли вон. Сзади не получилось подойти. Конечно же нет. Блицем. War and Peace. Медиком сейчас подлечимся. Виртуал кастинг. Добьем его до стагера и уничтожим. Чё они делают? Резкую какие-то, резкую. Вам эти резкую не помогут. Может, в задницу засунуть эти резкую тебе. И что ты сделал? Вот и все. Бла-бла-бла, как страшно. А, резкую это у них лечение. Вот, вот оно что. Старая схема. Слышно, Берн? Все. Даже лечиться не надо было.
Ладно. 5 звезд, я, конечно, понимаю. Да круто, кто-то еще сказал. Ай! Покажите мне карту, пожалуйста. Так, это все, что я прошел, да? Хм, а тут конец уже в конце. Конец. Цвет в конце туннеля видно. Конец в конце туннеля. Что еще может видно в конце туннеля, кроме конца? Некий талисман я нашел, подождите. А, где талисман? Что дает? Снижает. Повышает, точнее, резист к проклятию на 30%. Кстати, тут еще можно было оптимизировать. Все понятно. Че к чему? Видимо, автоматически подбираются аксессуары. Еще впереди эти хрени. Да это же неинтересно их убивать. А, все, нас. Хотя бы ролик показали. Спасибо, на этом разнообразили действия. We're Lassie. Ticking time bombs. Enemies of Cocoon. If we can't follow the plan, do we just lay down and die? I didn't mean we should give up. Then what battles do we fight? And against who? Tell me that! I don't know yet. You don't know yet? That's right. I don't know yet. But I do know we can't lose hope. Hope? Hope — это мое имя. Здесь нету хопа, я согласен. There's you. Да, хоп, это ты, господи. Идиотизм, а. Like huh? My parents died. I had to be strong for Sarah, so I thought I needed to forget my past. And I became Lightning. I thought that by changing my name, I could change who I was. Это так тупо. Если вы не понимаете, то, блин, я вам завидую. It flashes bright, then fades away. It can't detect. Я сейчас уничтожу мозг себе таких потрясающих диалогов. Sarah tried to tell me, but I wouldn't listen. See, it's my job to deal with you. Typical. I threatened her. Come on, Slowpoke. Sorry. Got held up. Where have you been? I'm really late, huh? The only one who believed her was Snow. Don't say it! Don't say his name. It brings everything back. I keep playing it in my head. What happened to her? And then I see his stupid face and... And he's smiling. How can he smile when she's dead? I know! There's nothing I can do about it. I hate knowing that. No matter what happens, she's not coming back. When I was fighting, there was... There's no time to think about it. It felt good just to give in. But now you start talking about hope. Я тупее диалога еще не слышал. Серьезно, я в 5 классе лучше писал. I'm sorry, I messed up. Ты идиот! It's my fault. Вы оба идиоты! Короче говоря, если вы не поняли, я перескажу вам вкратце, что происходило. Бесполезный абсолютно диалог. В общем, они говорили о том, что надежды нет. А потом Латин сказала: нет, надежда есть, ведь это твое имя. И она сказала: мои родители тоже умерли, я была как ты. Я должна была заботиться о Сэре. И затем я поменяла имя, подумала, что это меня изменит. И поменяла имя на Молнию, ну то есть Латин. Она была такая, она, потому что это имя обозначает нечто яркое и быстрое. Yeah. И оно мне говорила Сира, она меня предупреждала, и я ее не слушала. Единственный, кто верил
в ее был Сноу, потом ее прерывает Хоп и говорит, не говори его имя, я не могу его видеть лицо, ведь я тогда вспоминаю его своей матери, а он улыбался после ее смерти, фу, просто как можно было так унизить, это такая херня, господи, вот я сейчас представлю, что вот эти вот два монстра это разработчики, хотя, наверное, на самом деле они так и выглядят, потому что все японцы страшные, как отстой. Господи, я такой херни давно не слушал. Проехали. Хотя бы битвы пошли поразнообразнее, то плюс. Ну как поразнообразнее? Меня хотя бы смогли хоть кто-то тут задеть. Мою честь и достоинство, в смысле. Давайте их по обычной тактике замочим. Почему, кстати, у него синяя ведерко с башки не слетает, когда я его в стагер ввожу? Ну и все, ну и все. Даже не надо было его мочить, когда он в стагере был. Великолепно. Эта игра мне нравится все больше и больше. Это просто ужасно. Мне эта парочка не нравится. Они как два эмо. Причем самых таких ужасных эмо. Просто... Адище какое-то. Ужасно. Ваниль и Сас, они хотя бы веселые и более-менее харизматичные, но это просто сливные персонажи. В смысле, в плане характеров. Я не слушала ничего. Одного убили мамку, и он плачет. Другая вообще тупая какая-то. На голову вообще с IQ равным 60. Балом, черт, я не сохранился. Видите, меня лаки начала заражать своим низким IQ, поэтому я и не сохранился. Talk to your dad. What? Why? Fighting without hope is no way to live. It's just a way to die. It's just another way to die. Песенка такая есть у Disturbed. To find the hope you were named for. Staying alive, I can help you with. But I can't give you hope. Я тебе не могу дать надежду. Господи. You think meeting my dad will make anything better? He's never listened to a word I've said. He's just... He'll never believe all this Lassie stuff. Он так говорит, как будто у него слюни изо рта идут. Я не знаю, ему надо потереть эти слюни. Snow believed Sarah, didn't he? Ну или это голос такой, хрен его знает. О май гад, один дело хуже другого. Только что Латин говорила то, что Хоуп должен поговорить с отцом, и она ему не может дать надежду. То есть, можно было так сказать, I can't give you hope, Хоуп. Звучит по-идиотски, вы сами понимаете, да? Ну, по радио сейчас говорят то, что их обнаружили. Show no mercy. Вот этот чувак крутой. Стопудово, уже вижу, что он крутой. Надеюсь, его не надо будет убивать. Start running. What? I'll keep him busy. But you survive. Они уже сбежали, а чё к чему? Как, посылки есть?
я знаю, кого из моих команды. Саза, Сноу. И вот эту чувиху в синем платье, по-моему, его Фанк зовут. Да. Да нет, я знаю, какую команду брать. Плевать, зато мы сейчас посмотрим, как он из-за силы двух женщин. Это превращается в мотоцикл. Мочи их, браток. А чё кровишки нету? Какого хрена? Да, мы чуть не убили человека, круто! Lightning! Окей, сейчас снова нам ролик на движке покажут, да? Ну да, судя по всему. Whoa! Take care of him. Lightning, listen to me. Get moving. Забирай, чувака. No, no, you don't understand. Теперь, я не хочу возиться с детьми. She'll turn back. Take care of Hope. Wait. Короче, она сказала ему позаботиться о Хопе, а он сказал ей то, что сразу жива. They're here. Hold it. Gotta go. So how you been? Hang on! Fire! 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 Ну, хотя бы ролик показали красивый, это уже плюс. Take cover! Get him! I got this one! Ух ты! Ух ты! Ух ты! Diamond Dust! Я запустил! Я все попробовал удары! Не запусти, который на треугольнике был с изумрудной пылью! Левел 3! Мы, видимо, уничтожили. По крайней мере, вот это классно было. А, у него стагер попал. Я, пожалуй... А, этого мне не нужно. Кстати, у меня на нем есть... Нет, у меня нету. А техники есть у них? Изучу-ка я у него возможности. Вот, все. Посмотрим, сколько я буду наносить урок ударами. Он еще и в рукопашную дерется. Блин, ну, я сейчас подохну же. Я сейчас сдохну уже. Ты что, шутишь, что ли? Козёл! Это шутка такая, да? Эй-эй-эй! Пошёл в жопу, понял? И что я буду делать? What the fuck? А как? Это потрясающе просто. Я ему нанес урон стагером, почти что добил до конца. А, кристаллиум надо было прокачать. А, игра, понимаешь? А ты не можешь это мне сделать? Дать сделать перед битвой.
О, господи, смотрите, я просрал битву, и только после нее мне дали вкачать Сноу. Потрясающе, браво. Браво, это настолько гениально, насколько это вообще возможно. Идиоты, а. Идиоты. Ладно, он у меня с Сентиналом был, да? Фига себе, как красиво растет. Кристариум. У Сентинела. Снова землетрясение. Аксессуар. В общем, это гениально было. Так. Роль Сентинела я получил. Ну и команда у меня будет. Или нет, команда. Ну это просто гениальное было решение. Заставлять драться, когда у тебя не прокачан персонаж. Охереть. Молодцы. Я не знаю, так задумано или чё? Нет, это так не задумано было, я думаю. Это просто идиотизм. Так, я хп ему еще здесь не вкачал. И силу. Здесь я прокачал все. А где я что-то пропустил? Вот здесь. И здесь. Теперь все прокачал. Экип. Ага. Еще бы это прокачать можно было, если бы мне дали бы за него поиграть. Да. Че бы на него надеть-то? Где там физический резист был? Firelight. Вот, физикал резист. Ну, это просто охерительно было. Молодцы, ребята. А ролик можно пропустить? Спасибо, что ролик хотя бы даете пропустить. Интересно, сейчас я всех убью? Надеюсь, останется только Орион. Смотрите, вот я стагер ему заполнил, но почему-то сейчас он скинется. Почему? А давайте-ка запустим Quake. Это все? Серьезно? Это все, что он может? Окей. Ладно. Будем его стагер пытаться сделать. Давайте забьем его тогда. Ладно, тогда Ревенджера будем мочить, я не знаю, что еще делать. Холи Вотер. Нет, холод. Зелье будем юзать. Так, а надо команда заюзать, пока у него стаги не пропал. Ну вот, да чтоб тебя! Ладно, просто так его бить буду. Снова зелье. Последнее. Ну а что я сделаю? Ничего. А это чё за тупый зната такая? Вау. Мудаки. Господи, какие разработчики мудаки. Просто куски мудаков. Это... идиотизм. Они идиоты. Не дать прокачаться перед атакой, а кинуть одного снова в атаку, хотя... я просто промолчу.
Может быть, можно два раза будет вызвать кого-нибудь. Я не буду думать, я буду просто бить кого-нибудь. Может. И будут ролик показывать, да, еще постоянно. Я попробую сейчас. А, добить их. Сразу не буду юзать Diamond Dust. А вот сейчас Diamond Dust заюзаю. Чтобы добить. Хотя зачем? Ну это вот как-то Ориону ничего не вынесло. Наверное, так и надо было сделать. Сначала все атаки поюзать у Эйдолона, а потом уже мочить. Ну, я еще раз сам он заюзаю. Потому что по-другому никак. Ну это идиотизм просто. Это самый... Я не знаю, как можно было такое идиотское решение предпринять. Так, бьем. Ревейджером надо. А давайте Гестальт запустим. Интересно, сейчас у него снова стагер пропадет, да? Мне постоянно эти ролики смотреть. Это, конечно, круто смотреть, как две женщины превращаются в мотоцикл на. Да-да-да, ты крут, чувак, ты крут. Да, смотрите, у него сейчас стаги не пропал, а тогда пропал. Ах, это идиотизм. Ну, в общем, если ты не поймешь, что ты можешь во второй раз сам она вызвать, то ты проигрываешь эту битву. Это дебилизм. Просрал сейчас 3 ТП. Хотя, наверное, эту битву делала ТП какая-нибудь. Пиво пил, так хочется сказать. It was the cavalry, not Psycom. Leader's name is Reigns. He said he'd lend us Lysia a hand. So now, your hero is back. Ваш гей вернулся, надо сказать. That doesn't make sense. The military's got all kinds. Not all of them like the Sanctum. Don't worry. I'll handle the bad guys. Come on.